Всем привет, ребята! Ну что, у нас открылся на русском сервере Архидемон. И сегодня еженедельку решил сделать такой вот видосик. Сразу двух зайцев перед стримчиком Дивижена второго. Так. Зашла что-то мне игра, реально очень красочная, прикольная. Сейчас будем бегать. Я снимаю вам видосики. Все очень ждут, как обычно, еженедельку. Условия, в принципе, я уже не один раз показывал вам, что надо делать. Так, и чё, какой архив вызывает монстр урон по зоне. А, это зональный. Ну, мне тут, по сути, на зональном нифига толком не светит. Сейчас попробуем, конечно же, собрать героев, которые, возможно, смогут его накрыть. Но у меня таких героев, к сожалению, нет. Мне бы сюда медузку. Нифига нет. Вот такой, блин, урон, что просто смешно смотреть на это с этого аккаунта. Вот так вот, ребятушки, без доната развлекаются. Да уж. Серьезно? Это было очень серьезно. Ну-ка попробуем. Попробуем набить больше. На самом деле на этом архе очень классно космос заходит, я уже показывал. О, ничего себе, в два раза больше набили. Хороший результат. Так. Побежали нас. Русский сервер на основу. На английском сервере, конечно, полный трэш творится. Столько топовых плюх. За копейки продают, по сути. Все удешевляется. Не знаю, что будет в обнове, но это нереальное что-то будет. Такс. Карта богатства. Я вам такой покажу обычный состав, я не буду сейчас там выдумывать что-то такое прям сверхъестественное. Этого архидемона надо обездвижить, скажем так, чтобы он не включился, так как у него так, а что, у меня нету скина на космо, дожились. Надо хоть скин забрать. Так как у этого архи нету урона по одной цели, это ужасно просто. Космос здесь реально очень хорошо заходит. Заходит. Мне даже эмблем нету вообще. Ак бомжа. Надо переименовать аккаунт. Так, давайте вот так вот сделаем. Так, что у нас тут? Пиромах. Поставим питомца на отхил. И даже не ангела. Так, чтобы массовый отхил. Хотя, в принципе, оно и не надо. Там хватит одного. Так, тыковка. А давайте ради интереса с расколом попробуем. Тыковка есть. Космо. Космо пусть будет такой. Так, космо есть. Второй тыковка с чикабумом. Так, тут у нас что? У нас замедление это немножко не то, что нам надо. Так. Шара здесь тоже не нужна. Панчбокс. Так, трое уже есть. Инка. Мы дойдем.
Так, ведьма. Четыре. Кто там у нас еще стрелок? С таких хороших дамагеров. Будет попробуем опять стрелка. Только не этого. Огника надо собрать. Так, стрелок с расколом. Сюда поставим джели. А даже так сделаем. Кто там у нас еще? Ведьма собрана. Так, эти собраны, еще осталось только этого ледяху. Ледяху. Так, отлично. Вот такие вот пироги. Поехали. Сейчас самое главное, космо включится. И тогда они вообще включаться не будут. Ну, где-то 4 должны набить, по идее. Можно, конечно, с космо еще больше выдавить. Можно сюда даже химку попробовать. У меня герои, как видите, они не прокачаны на максималку, поэтому тут не максималка всегда вылетает. В принципе, нам этого должно хватать. Можно попробовать будет сейчас во второй попытке убрать стрелка, поставить химку. Посмотреть, как будет с ней. Немножко отстаю от графика. Чем прилично отстаем. Это 4-1 потолок будет. Да, сейчас попробуем, уберем стрелка, поставим химку. Видно, заметно, что по урону мы не успеваем. Ну, 4 будет, скорее всего. Ну, для того, чтобы больше набивать, надо качать прорывы. Я на русском сервере не знаю, стоит ли это делать вообще. В принципе, оно подешевело все, но на английском больше возможностей. В принципе, вы это видите, я оттуда вам делаю обзорчики. Так, и чего у нас получилось? Ну, еще 10 секунд, это где-то 500-600. Даже меньше, наверное. Вот 4 и 5. Ну, можно набивать намного больше. Я думаю, тут пятерку кто-то выбивает. А нет, в принципе, не так уж и много выбивает. Странно. Ну, 4-9. Теперь убираем стрелка, ставим сюда химку.
Заодно и раскол потестируем. Так, окей. Поехали. Тот же самый вариант. Можно еще пробовать стыковки начинать, но это немножко опасно. Вы видите, тут сейчас 500-ки намного больше вылазит. Сейчас посмотрим, за сколько мы успеем убить. В таком варианте. Опять же, плюс-минус 500, это нормально на архидемонах сейчас. Ну, где-то плюс-минус то же самое получается у нас. Ого, нифига себе. Что это было? Не кисло так они задамажили. Чуть не слили химку. Ну, даже получше по времени идем, если я не ошибаюсь. В общем, ладно, это мы посмотрим, поехали, выберем пока победителя. Такс. Прошлая неделя у нас был закончилась на видосе про Анубиса, вроде, если я не ошибаюсь. По-моему, так. От конкурса на канале был видос, вот халявный Анубис, вот с него будем начинать. Такс, раз, два, три, четыре, пять, шесть на 6 36, плюс один там 37, именно тавр 38, и вчерашний стрим 39, вот так вот. 39. Ой, блин, не та клавиатура. Так, один, давайте так, до 40 я сейчас сделаю вот так, и теперь ставим 39. Там у нас по архе, ну вот видите результат, насколько лучше стал, сразу топ-2 взяли, прокачали бы прорывы, а даже топ-3 будем, топ-4, а вот начали уже ребята набивать, ну топ-5, ну можно набивать, а с химкой, как видите, получше идет. Так, ладно, то такое, поехали генерировать. Вчерашний стрим, ребят, я не знаю, вчерашний стрим, в принципе, он загрузился попозже. Давайте. Не буду я. Вот последний видос, нафиг, стрим вчерашний, потому что это реально, это было поздно и не все смотрели. Переиграем 24-й. Так, чтобы было больше возможностей у всех, я понимаю, что есть красавчики, которые смотрели, скорее всего, и вчерашний, но хочется все-таки, чтобы больше, у больше народа был шанс. Не хочу я последний видос. Как обычно, как правило, оно показывает какого-то хрена последние видосы. Так, 24-й. Ну, я, в принципе, имею право менять. Потому что это реально печаль.
Но с другой стороны, мы туда отдадим утешительный приз. Сейчас выберем оттуда тоже победителя какого-то. Так, что-то я далеко залез. 24-й видос. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 13. Никаких 13, 12, 13, да. Что я туплю? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4. Удивили HG. И тут я офигел. Да, и тут я офигел. Все, на следующий видос я меняю условия. Точнее, поменяю рандомайзер. Потому что это реально печаль. Блин, жесть какая-то. Это у них тут тупит. Все. Так, 124 коммента есть. Это тебе подарили. Да, конечно, подарили. На весь сервер. То чувство, когда ребята просто тупо... тупо просто просирают свою удачу. Напишите, блин, ссылку тут, коммент. Поздравляю! А вот, кстати, Магомед Магомедов тоже помню. Алишер Садыков, он уже у нас выигрывал. Да-да-да-да. Такс. Я вот не помню, надо будет глянуть. Тут понятно, тут просто красавчик. Так, надо контакт подрубить. Сейчас проверим. Сейчас я гляну, когда он выигрывал, потому что у нас были условия, что если... Так, март. А, уже... Он уже давно... 19 марта он уже прошла. Ну, видите, ребят, второй раз. Условия: на следующий раз не можешь выиграть, если два раза подряд. А вот с таким успехом можно. Поздравляю. Так, все, с этим разобрались. Поехали на наш видос вчерашний с
коперну ссылочку. Стримчик с него тоже выберу дополнительно. Том Кленси. Так. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Там, кстати, очень мало комментов. А, кстати. Сейчас, секунду. Надо же посмотреть, может, в спам попало что-то. Конечно, в спам попало. Чуть не просрал. А кто не смотрел стрим, тот пролетел. Так. Поехали. Я помню чудные мгновения. Так, а ну подождите секунду. Я тоже помню чудные мгновения. Когда будет. Не видите, надо сделать все по-правильному. Можете бомбить, но я люблю делать все по-правильному. Там не открылись все комменты из-за этого, ребят. Я так, чтобы все участвовали, получается, участвовали не все. Поэтому мы сейчас все переиграем, как обычно. Ну, еженедельку мы выбрали, это утешительный приз будет. Поэтому вот так вот. Так, вот сейчас должно больше комментов быть. Так вот будет правильней. Блин. Почти. Напишите в конкурсе или Сергею Шкарове тоже дадим утешительный приз. В комментах напишите. Да. Так, смотрим. Здесь пока ничего нет. Извини, но ты пролетаешь. Андрюха Чикен. Чикен. Так, ну все, красава. Тут просто красава. Подписки. Подписки есть. Все четко. Вот так вот. Все, напишите, ребятушки, в комментах, что вы думаете по поводу того, что я сказал. Лайки, репостики. И не забывайте, что участвуют все видосы, начиная с понедельника. Так, все ваши вопросы и возражения можете писать на видосе, который размещен на стартовой страничке. Там все для вас самое интересное. Я там читаю их и... будем это все учитывать в дальнейших розыгрышах. Все.
конкурс еженеделька следующая началась, и также есть конкурс на аккаунт за десяточку. Все, всем удачи, всем пока.